Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Days After. Ну что ж, берем пол персонажа мужчину. Имя я уже написал. Так, найти место для убежища. Так, ищи полезные предметы. Ага. Это как в Last Day получается, да? Та же самая схема. Да-да-да, один в один. Так, заберем. Только Last Day, по-моему, от компании Кефир. А это немножко другой. Так. Еда уменьшает голод и восстанавливает здоровье. Ну, это все понятно. Что у нас еще? Давай еду. А вот, ребята, как раз и место. Нам нужно было место для убежища. Вот оно. Даже... Ой. Это что такое? Это хламон. Иди отсюда. Нужно соблюдать осторожность. Естественно, нужно соблюдать осторожность. Так. Без крыши над головой тут долго не протянешь. А еще без крепких стен, двери с хорошим замком и, конечно, огородика. Я наконец-то нашел, что искал. Место подходящее. В этой глуши ни бандиты меня не найдут, ни зомби какой шальной не забредет. Пожалуй, останусь тут. Так, изготовить каменный топор. Каменный топор, верстачок, да, у нас тут есть? Ну, предположим. Так, а как это? Вот так вот надо? Каменный топор... Подожди. Стоп. Может быть, вот здесь вот крафт у нас идет? Да, ребята, каменный топор. Для этого нам нужно с тобой 3 древесины, 3 камушка. Такие наши предки рубили дерево и друг друга. Таким топором, да, я не спорю. А, кстати, зомбаря что-нибудь может есть? Что это? Серое ухо зомби. Предыдущий хозяин его совсем не чистил. Можно менять на что-то полезное у шерифа. У шерифа? Ёк-макарёк, это Остин. Тут еще у каждого зомби есть имя. Серьезно? На. Новый уровень, блин. Нифига себе безопасное место. Тут зомбарей кишит просто. На тебе, гаденыш. Саймон. Так, древесину мы с тобой нашли. Ягоды. Подожди, а камни-то где? Где камни? Ребят, вот они, наверное, камни, да? Значит, на... Ой! Кабан, ты не оборзил, не? Вепрь... Подсвинок. Подсвинок. И все, ребята, животные жиры, и это... Друзья мои, что мне... Мне можно как-то... Подожди, мы же видели с тобой этот... Найти сосновое бревно. А это что такое? Высоко сижу, далеко гляжу. Это дозорная башня, видимо, да? Так, ну что, давай, во-первых, с тобой выложим. Выложим много чего. Так, а погоди, мне нужны древесины, мне нужны камни. Вот так вот сделаем, да? Мне нужно их собрать для того, чтобы, ну ты понял, сделать каменный топор. В данный момент я бегаю с какой-то трубой. Так же здесь, как и в Last Day, можно, ребята... Ага, я понял. Добавлена запись в блокноте. А чё так тихо? Где музыка, ребят? Тыквы? А, это семечки. А здесь? Я что, голыми руками должен это сделать? А почему бы и нет? Что тебе? Обламывать, что ли? Так, рыбий жир и заберу. Так, подожди, ну где камень? Вот камень. Нашел камень, друзья мои. Еще один. И теперь я могу скрафтить себе топор. А прямо вот здесь можно крафтить? Или обязательно нужно... Ну, прям здесь. Все, я изготовил каменный топор. О, тут еще, ребята. Хе-хе. Ранги есть, оказывается. Так, забираем. Что мы там взяли, я не пойму. Сосновое бревно. Значит, нам нужно с тобой рубануть его, да? И изготовить кожаный мешок. Так, ну, если... Погоди, а как нам... Инвентарь. Топор. Вот, солидно. Хотя у трубы... Ребята, дамаг будет... Что ты делаешь-то? Ты руби давай. А где у тебя топор-то, парень? Я в руках у тебя топора там не видел. Хотя вот сейчас вижу. Давай. Руби. Так, там зомби крадется, ребят. Вон он крадется. Что ты хрипишь? Подожди. Иди сюда. На! На! Подавись ты.
И? Давай, давай. Да куда ты побежал-то, господи, ты вот... А, в нем ничего нету, все, я понял. Так, а вот это, я так понимаю, тоже можно ломать? Ты будешь сегодня работать или нет? Новый уровень, ребята, доступен новый чертеж. Так, кожаный мешок, костер, псарня, деревянный ящик. Открыть чертежи. Для того, чтобы сделать кожаный мешок, нам нужна трава, нам нужен мех. Сейчас мы еще с тобой два бревна сосновых. Все, ребята, сделали. Забираем награду. Так, кожаный мешок. Для чего там нам нужно? Древесина есть, нам нужна вот эта вот осок, а трава. Трава и мех. Иди ты. На. Тут так много ресурсов, надо все собрать, говорит. Так, мы сейчас с тобой и соберем здесь все. Что ты переживаешь-то? Что это за ящик у нас тут, ребят, такой? Стоит, лежит. А вот травка. Нам нужно с тобой три травы, насколько я помню. Или не три. Нам нужен мех. Вот я что, знаешь, то, что нам нужен мех. Тут есть зона. Это, я так понимаю, ребята, что у нас вот это вот обозначает? Наше состояние здоровья, да? Так, 65 еды, 85 заражения, 0 пока. Надо собрать, говорит, все. Мы собираем с тобой, но я не вижу кабанов. Где им нужен, извини меня, жир, точнее, мех собирать? Только с кабанов. Ну, кабанов-то нету. Мы чисто на одного случая... Что? Послышалось? Да, тут также, смотри, есть тачка. Оу-оу-оу. Так. А, это единственный способ свалить из этого места. Ага. То есть эту тачку мы с тобой должны будем отремонтировать. Блин, кабан, ну почему ты не даешь мне мех, а? И почему ты только один здесь? Где твои эти дружбаны? Где кабаны твои? О, это кто там был? Это кто сейчас был, ты видел? Ты видел, здесь кто-то был? Во-во-во-во-во. Подожди. Это же та же самая схема, ребята. Это, по-моему, олень. Да чтоб тебя. Олень, ты не убежишь от меня. Ты в курсе, нет? Лови, как я его поймаю, блин? Ой, а это что такое у нас тут? Похоже, тут что-то припрятано. Ха-ха, клад. Ух ты. Клочок карты с сокровищем в ущелье. Собери все части карты и выясни, где спрятано сокровище. Оу, даже как. Так, погоди, мне надо выложить, ребята. Опять у меня рюкзак весь переполненный. Мне нужен кожаный мешок. Кожаный мешок, я так понимаю, это мне даст возможность таскать больше предметов, скорее всего. Так, ну что, открываем и выкладываем. Трубу эту зачем-то таскаю. Вот это вот. А, да. Сундук у нас тоже с тобой, извини меня, не бесконечный. Так, главное, ребят, смотреть за едой, за питанием, за вот этой всей ерундой. Так, метательный нож. Возьмите острым концом от себя, размахнитесь и кидайте. Вот оно что. Ну-ка, где у нас этот? Вон он, ребята. Тихо, тихо, я его попробую обойти сзади. Ты куда пошел-то? А куда его... А кто врубил автобой, я не понял. Что происходит, ребят, куда он идет? Сам по себе взял, куда-то пошел? Тихо, 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 радость моя. Да. Отличный удар. Хе-хе-хе-хе. Шкуру давай. Вот это совсем другое дело, ребята. Так, одна шкура есть, нам нужно... Для того, чтобы сделать кожаный мешок, по-моему, три шкуры, да? И вроде бы как у меня все хватает. Сейчас посмотрим. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Все хватает. Так, кожаный мешок. Делаем. Изготовить. Нормулька. Так, готово. Забираем. Не знаю, что мы там забираем с тобой. Постройте теперь костер. Ну, что у нас там для костра нужно?
Камень, а веревку, подожди, а веревку-то я... Веревку-то я где возьму? Так, ладно, пойдем за камнем. Где-то веревка нужна, друзья. Давай выложим, наверное, с тобой вот это вот. Слушай, подожди, а мы с тобой сделали мешок, так? И зачем? Вот мешок у нас, да? Ага. Так, ребята, у нас еще с тобой шмотки хоть какие-то есть. Так, значит, в мешок мы можем с тобой дополнительно что-то сложить. Меня вопрос интересует, где мы с тобой сейчас будем брать веревку? Веревку я помню... Какой еще нахрен Джорджи, блин? Вот ублюдок, ты посмотри на него. И сюда. Да, этот парень крепкий, ребята. Вот тебе, блин, и Джорджи. Я, честно говоря, вначале шел, я думал, что это кто-то из наших стоит. Ну, человек какой-то. Думал, блин, этот компаньон, а такой компаньон. Манал я таких компаньонов. Так, давай ломать здесь все. Ну, я тебе скажу следующее. Графически мне вполне нравится, ребят, как все выглядит. Что это такое? И зачем в этом мире прочные стены? Для красоты, наверное. А, это стена ангара. То есть мы с тобой здесь еще ангар будем делать. Ой, кабанчик. Блин, наверное, нам, ребят, надо как-то, я не знаю, перекусить или что. О, грядочку мы с тобой открыли. Сажает траву и тыкву, дай планете больше кислорода. Неплохо ты прикольнулся. Конечно, я дам, ребят. Конечно, я все сделаю. А куда это все сложили, непонятно. Так, ладно, берем ягодки. Веревка мне нужна. Че я, ребят, без костра буду здесь бегать? Эксит, выход. Тут какой-то мост, смотри-ка. Слушай, ну по-графически, ребят, согласитесь, офигенно сделано, да? Что это за... Мне вот напрягает. Загрузка. Крутить. Ага, добавить больше ящиков. Ну давай крутанем. И большая редкость, предмет, какие-то коинты. Я могу что-то сделать? Сейчас, наверное, за рекламу, да, скажут. Нет, ребята. Добавить больше ящиков. Тихо. Слушай, мне кажется, надо немножко громкость прибавить, не кажется? Вот так вот, мне кажется, будет получше, ребята, да? Кстати, мы что-то можем с тобой сделать. Что там у нас? Кожаный мешок. Грядка. Костер этот с веревки. Хоть покажите. Так. Ее практичность сложно переоценить. Можно что-то привязать. Можно кого-то связать. Можно кого-то связать. Намек понятен. Так, а это еще что такое у нас? Только не говори, что я сейчас туда зайду, в этот бункер. Я не готов, ребята. Ага, это дверь в подвал. Ее тоже нужно сделать. Так, а мы... Чего нам необходимо? Блин, для того, чтобы ломать камни, нам тоже нужен... Нужен не топор, как ты понимаешь, да? А молоток. Ой, надо жрать. Точно, ребят, хорошо, что тут... Предупреждение есть. Вот-вот, об этом не стоит, ребят, забывать. Про хавчик. Слушай, а что я бегаю? Может быть, у меня веревка есть там? На складе? Ой. Крысы тут разбежались. И эту башню, я так понимаю, тоже нужно починить. Металлолом. Где взять металлолом? Где взять гвозди? Ё-моё. Не, давай ломай. Опа, катушки. Сейчас мы посмотрим с тобой. Веревка. Так у меня есть 5 веревочек, ты че я? Там нужно было древесина, веревки и... Настроить, чего настроить? Настроить деревянный ящик. А, ну то есть можно выбрать, что здесь лежит. А материалы, еда или еще что-нибудь. И по раскраске тоже можно сделать. Понял, понял. Так. Псарня для собак и прочих друзей человека. Ты понял? Изготовить. Да, друзья мои, костер создан. Нью. Ага, это у нас с тобой
Если это будет наш будущий дом, то костерок мы с тобой поставим где-нибудь вот здесь. Как это делается? Нет, не здесь. Не здесь я хочу костерок. Вот тут я его сделаю, ребят. Пускай стоит. Построили мы с тобой костер. Довольные. Заберем награду в виде опыта. Так, особое задание. Посетите локацию авария на мосту. На старом мосту я видел кучу брошенных машин. Туда стоит наведаться. Наверняка я могу найти там что-то полезное. Ты можешь наверняка найти там что-то полезное, но давай-ка мы вначале посмотрим, что ты вообще можешь сделать. У нас только доступен, ребят, компотик. Понимаешь? Мы можем компотик с тобой тут заварганить, но... Вот так вот. Крафт. Пускай это все делается, я ускорять ничего не буду. Две минутки — это для нас ерунда. Так, авария на мосту — это все понятно. Давай ломаем с тобой вот эти все ящики, потому что в этих ящиках очень много чего полезного для нас лежит. Гвозди, например, я нашел сейчас. Так, эту сумку я полностью обшмонал? Полностью. Так, тачка — это хорошо. Давай соберем с тобой камни. Вообще все заберем здесь, ребята, что у нас валяется, да? Чтобы голова потом не болела. Срубим эти все деревья, соберем тут с тобой вот эти все ягоды, чтобы я смотрел на карту и удивлялся, как здесь все-таки тихо и чисто. Так, теперь мне знаешь, что нужно сделать? Молоток. Вот этот вот, каменный кувал. Блин, камня не хватает. Не хватает камня мне теперь. А ну-ка размахнись, дубинушка. Гвозди. А ну-ка. Так, древесина, но мне нужны камни. Вот, камень один. Так, мы с собой возьмем, наверное, ягод, потому что компот нам нужен будет. Это я еще раз повторяю, ребята. Так, что у нас есть шмотки хоть какие-то. И опыт довольно неплохо растет. Так, доски. Мы нашли с тобой отдельно доски. Все, три камня, да? Теперь я могу крафтить. Давай каменную дубинку мы с тобой изготовим. А это уже боевой. Так, урон 10. Да, можно чисто, ребят, создать теперь бейсбольную биту. Это уже как основной вид оружия. Потому что, ну, если мы будем драться с тобой топорами и молотками, ты понимаешь, да? Мы с тобой просто их будем ломать. А нам это нужно? Нет. И вот то, что мне нравится, ребята, не надо собирать, как в Last Day, вот. То есть он ломает и сразу автоматически все собирает в карман. То есть не надо каждый осколочек по отдельности брать. Это большой плюс. Так, ягодный чай у нас с тобой сварганился. И это круто. Трупы не исчезают. Это меня, ребята, удивляет. Обычно, знаешь, во всех играх они как-то быстро исчезают. Но тут они лежат до последнего. Тоже есть такой небольшой свой плюсик. Так, давай рубить. Новый уровень, друзья мои. Новый уровень. Что у нас тут? Вот посмотрим. Так, подожди. Так, биту давай делаем с тобой. Дубина. Все, дубинку я создал. Псарня. Давай, наверное, мы с тобой сделаем псарню. Вопрос в том, что у меня не хватает вот этого, друзья мои, металлолома. И деревянный ящик нужно будет еще один заварганить. Ну, деревянный ящик, я думаю, ты понимаешь, для чего нам нужен. Кстати, тут что-то у нас... Так, базовые навыки выживания, прогресс. Ага, тут можно потратить. Так, записка какая-то новая у нас тут. Автосбор. После включения функции автосбора персонаж начнет автоматически собирать все предметы и ресурсы на локации. Будьте осторожны, так как в таком режиме легко нарваться на серьезных противников. Скрытность. Используйте режим скрытного перемещения, чтобы остаться незамеченным для сильных противников, да? Атака, когда персонаж находится в скрытом режиме, наносит повышенный урон. Понял. Это, в принципе, для нас не новости. Это все мы знаем по Last Day. Как говорится, не впервые играем в игры такого жанра. Так, а тут что, мы с тобой все взяли? Все взяли. То, что вот тут вот эти вот, конечно, клады есть, это тоже, ребят, своего рода фишка. Особенная отличительная черта, да, игры. Так, ну-ка давай ломать здесь.
Ах, я все время забываю. Это для драки, а это для автосбора. Так, я все соберу здесь. А оно тут не появляется заново, нет? Что-то мне кажется, что я уже здесь вроде бы как собирал все. Так, добавлена новая запись. Тихо, я пока никуда не хочу идти. А что вот это такое, ребят? Спецпредложение. 229 рублей. Нет, большое спасибо. Я пока перебьюсь. А это что, койка? Дает возможность хорошо отдохнуть даже после конца света. То есть тут есть кровать. Вот оно что. Тут есть кровать. Нет, 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 нет. Я хотел, чтобы ты, блин, чтобы ты поломал, да, вот так вот. Я так смотрю, когда ребята желтеют, это значит, что, ну, на подходе, да, уже у нас оружие, так скажем. Ой, без еды я долго не протяну. Да-да-да-да-да, подожди, я просто тут задумался. Что ты делаешь? А. Так, а как ты будешь хавать у меня? Вот так, да? Блин. Ха. Еда-то быстро кончается, однако. Я думал, тут на ягодах можно будет долго протянуть. Но нет. Долго как раз-то мы с тобой на ягодах и не протянем. Надо, наверное, нам с тобой все-таки выйти в новую локу. Хотя бы глянуть. Хотя бы присмотреться, что к чему и почему. К тому же нам нужно с тобой посетить локацию «Авария на мосту». Тут прямо они сами пишут. Сходи, парень. Ну, я вначале возьму, наверное... Подожди, вначале я возьму. Мы вначале глянем, что у нас по крафту. Псарня... Пока, ну, никак. Все хватает, ребят, кроме металлолома. Грядку. Грядку... Что это такое? Глина. Глины у меня пока нету. Ну, ладно, выкладываем тогда с тобой лишак весь. И пойдем. Все, готово. Так, подожди, мы возьмем с тобой лучше вот так вот чай этого. Помимо этого мы с тобой еще закажем чайку. А, это забрать надо, да? Или что? Взять. Взяли. А, ну для этого понятно. Для того, чтобы сделать, блин, это недостаточно, ребята, чтобы было здесь все. Это должно быть у нас на руках. Только в этом случае мы с тобой, блин, сможем сделать настойку. Ягодный чай. Так, а подожди, у меня же всего хватает. Древесина есть. Или что я должен сделать? Древесина есть, ягоды есть. Или он еще до сих пор делает? Немножко не могу понять. Ладно, хрен с ним, выложим тогда с тобой все это. Ухо фрика, которое можно будет продать шерифу. Ладно, идем с тобой. Авария на мосту. Где она там у нас? А где у меня бита бейсбольная? Эй! Дай биту мне вот сюда вот, в руки. Шмотки потихоньку, ребята, у нас с вами портятся, ломаются. Так, пьем чашечку чая на 45%. Так, игровой процесс. Игровой процесс аккаунта на устройствах под управлением iOS и Android можно перенести только на такие же устройства. Вот. Что-то новенькое на карте. На мосту осталась куча машин. Возможно, тут найдется что-то стоящее. И я там смотрю, ребят, зомбарики бегают. Периодически игры загружают дополнительные данные. Так, стены. Для того, чтобы улучшить стены, сперва нужно улучшить пол. Ага. Вот, а я бы сидел бы и голову ломал. Блин, почему я не могу улучшить стены? Вот так вот, вот тебе подсказочка, ребята. Так, чай у меня есть. То есть с голодухи мы не помрем. Единственное, что да, с оружием, конечно, с этой бейсбольной битой. Особенно такой попадется нам сэр Пьер Мушлен, который там бегает, сломя голову, как сумасшедший. И порвет меня. И очень долго подгружаются локации, видимо, они очень насыщенные. Посетил. Так, забираем опять же опыт. Маленький человек в большом мире.
дневник. Сегодня я бродил недалеко от дома, высматривал что-нибудь полезное. Лес, конечно, пугает, но мне нужно из чего-то строить свой дом. От скал доносился визг диких кабанов. Думаю, они готовы стать отличным ужином. Так, найти сундук на локации еловая роща, ворота ангара, метательный нож, металлолом. То есть, обучение закончилось. Да? Ать. Ой, ребята. Там зомби. Ух ты. Так. Пошли полезные ништяки. Ну-ка, пойду-ка я гляну. Он один. Блин, два их тут. Их два, друзья мои, ходят тут, нюхают. Что им надо здесь? Не надо там рычать. Я просто не знаю, что это за... Блин, ну мне олень это напугал. Думал, ё-моё, идёт. Ладно, давай с собой тихонечко здесь побродим. Какой-то туман, мне не нравится туман. Кабан, фиг с ним, с этим кабаном. Он же... Как он меня готов видел? Я же скрытно типа двигаюсь. Слушай, а локация не такая уж и большая, в принципе. Ой, вон он этот, ребят, пройдоха. Видишь? Сейчас попробуем его. Там кто еще, волки что ли ходят? Твою, блин. Да ядрен матрен. На, подсвинок. Выбил из него всю дурь. Из этого подсвинка. Нет, все-таки мне нужно сумку ту взять, ребят. Я хочу взять ту сумку, но ее охраняют эти маразматики. Вдвоем ходят, блин. Справлюсь я, интересно, с двумя сразу, как ты думаешь? Или как-то их выманить? Метательного ножа нет, я бы метнул бы. Ать! Что-то заподозрил, заподозрил. Стоят там. Их там трое, ребята. Их там, блин, трое. Но они охраняют сундук. Олень, ты уж извини, но я тебе... шваркну. Блин, понятно, недостаточно места еще. Тут что это такое? Так, тут кто-то среагировал? Ага, кабан. Кабан меня увидел. На! Подсвинок. Тоже мне. Живая отбивная, а не подсвинок. Блин. Я не знаю, ребята, может, возвращаться надо или что? Найдите сундук на локации Еловая роща. А это у нас что за локация вообще на самом деле? Не Еловая роща, не? Короче, я пошел. Ага, все-таки можно, ребята, их. Ты понял, да? Прикол. На, сосунок. Выбил мозги я ему. Слушай, а я вот если, например, вот в этой машине оставлю, ну, грубо говоря, там, что можно оставить? Тыкву. Например, оставим с тобой... бивень и мясо. Вообще вот это вот все оставь. Если я сюда вернусь, это все исчезнет или останется? Вот меня какой вопрос интересует. Будем надеяться, что это все останется. Так, пройду, ходи сюда. Остин Пауэрс. Остин Пауэрс. Он бежит за мной, ребят. На. Шикарно. Так, нам кушать пока не надо, нет. Что это у нас? Обрывок ткани. А вот теперь, ой. Вот теперь попробуем его на глушняк сейчас, ребят. Ну да, с двух ударов я его вынес. А так надо было три удара наносить. Да куда ты пошел за травой-то? Ну это же не сундук, это... это сумка. О. Так, кожа. Бинты. Ну, допустим. Вон там, наверное, сундук. Или... твою налево. Что у вас там лежит, сэр? Ничего. Я вот это вот все выложу, наверное, здесь в тачке. Ну, не все, а... некоторые. Ягодки, например. Траву. А это что такое? Ремень. Используется в разных крафтах. Пока достаточно. Ну что, пойдем? Полицейский тут.
О, а это что такое, ребят? Смотрите, лежит. А, вот он этот... Блин, он с волком. Ну-ка, может быть, он переключится все-таки на меня. Волчара бесит. Во-во-во, уходите отсюда. Так, ага, что-то нашел. Непонятно, что-то нашел. Так, здесь что-то есть. Обслуживание. Так, проводите технические работы. В плане, ожидайте. Ну, вы издеваетесь, а? Так, ну что, друзья мои, профилактика у них закончилась. Но я смотрю, тут все вернулись на места, что ли, или как? Ну-ка, сумка пустая, сумка пустая. Ладно. Так, у нас место есть? А у нас места нет в инвентаре. Так, найди сундук на локации Еловая роща. Слушай, ну мы, главное, с тобой сделали ведь задание, так получается? Ох ты, награда за сбор записок. Ладно, мы, короче, с тобой здесь побегали. Я думаю, что нам пора возвращаться обратно к себе домой. Нам нужно было просто зайти сюда. Так, вот наша база. Бежать. Так, выносливости, слава богу, хватает. Бежим мы с тобой домой, вход. Ух ты, а это еще кто такой? О, ты уже вернулся, а мы разве знакомы, дамочка? Эй, привет, я живу тут недалеко. Недавно заметила дымок над деревьями. Выбрала время побезопаснее и решила наведаться, познакомиться. Это может жутко глупо прозвучать, конечно, но поговорка моего папани про добрых соседей сейчас еще более актуальна, чем раньше. В честь знакомства принесла тебе немного тыквенной каши. Это подарок, не бойся, он не отравлен. Знаешь, у меня тут почти все тыквенные семена вышли, так что я подумала, не попросить ли тебя принести мне их, если найдешь. Жуть как забавно выходит. Так, соберите предметы. Три семечки тыквенные всего-то. Че, умоляю, роднуля, у меня тут есть для тебя. Блин, у меня всего две семечки. Так, слушай, блин, у нас нету места, ребят. Это кто такой? Ой, это кто такой? Пуся, Пуся, иди сюда. Недостаточно мест. Блин, я хочу себе этого Пусика, ты посмотри, какой милый. Так, срочно, что нам нужно сделать? Нам нужно с тобой сделать ящик, в конце концов. И дерево, трава, короче, камни. Дерево, трава, камни. Сейчас, Пуся, подожди, малыш. Дерево. Дерево. Так, трава. Блин, а у меня что, камней, что ли, нету? Да ладно, вы, блин. Дерево. Пошел, короче, ребят, собирать я. А песик-то со мной ходит, смотри. Ой, ты малыш. Так, у меня есть там место в инвентаре? Есть. Может быть, я его сейчас смогу забрать? И он у меня, ребят, в кармане теперь. Так, ты будешь рубить? Я говорю, руби. Так, дерево. Подожди, а молоток-то у меня есть? Есть. Дерево, значит, нужно камни и трава. А деревья, я так понимаю, опять вырастают заново, да? Мы же вроде как бы все срубили здесь. Так, ладушки. Забираем это все дело. А, тыквенная семечка же нужна. Недостаточно места. Собирай. Слушай, а что вот здесь у нас? Флагшток. Однажды твой флаг будет гордо реять на ветру именно тут. Ну да. О. Так, ворота ангара. Однажды тут будет настоящий клуб. Вход только по приглашениям. Веревка, древесина и камни. Слушай, так это же можно сделать. Веревка, древесина, камни. Ну-ка, ломай. Чего там тебе недостаточно, не пойму. Давай, ломай. Блин, недостаточно места ему. Я не могу ни коробку сделать, ничего. Дайте мне коробку хотя бы еще одну скрафтить, и все будет у нас на мази. Пять камней не хватает мне. Каких-то вшивых пять камней. О, гвозди выложим. Точно, гвозди выложим. И пошел я, короче, за камнями.
Поскольку там нам камней будут давать, интересно. Так, 2. А нужно 5, да, камней? Так, уже 4. Так, камешки я забираю. 5 камней. И не надо говорить, что я не смогу коробку сейчас сделать. Все, я могу, ребят. Ну ты понял, я надеюсь, да? Зачем я коробку вообще эту делаю? Мне надо, ребята, размещать весь свой хлам, который у меня здесь есть. Отлично. Ну-ка, ся. Давай. Вот, совсем другое дело. Можно выкладывать. Так, песик, тебя тоже пока выложу. Джинсы. Так, топор я, наверное, ставлю. Ягоды оставим. Так, ей нужны тыквенные семечки, да? Она мне там... Так, а 2 семечка есть? Где-то я здесь видел тыкву недалеко. Вон она. Давай мы ее заберем. Угу, семечки не дали, мне дали просто тыквы. Ох, подожди-ка, тут что? Тут дофига. Служит украшением ангара. Ни у кого нет, а у тебя есть. Так, ну что, может быть автосбор сделать? Я не знаю, ребят. Короче, для того, чтобы... Подожди, а я взял песика, так? И куда мне его теперь, если не секрет, девать, песика? Как-то его куда-то нужно, ну, я не знаю, поставить. Так, что тут нужно, чего не хватает у нас? Камень, камень и веревка. Ну, веревки хватает, да? Не хватает, значит, дерева одного. И камня. Так, ну с деревом все нормуль. Ищем камень. Блин, с камнем тут, наверное, беда будет. Да. А вот с камнем. Так, почини смотровую вышку. В плане почини смотровую вышку. А это что такое? А это подвал. Это как назло, да? Нету ни одного камушка. Просто, вот просто нету. Зато олень он там бегает. Когда тебе нужны камни, у тебя нет камней. Когда тебе нужна древесина, нету деревьев. Когда тебе нужен трава, а сока не растет, хоть ты тут тресни. Ладно, давай посмотрим, что нужно для смотровой, блин, вышки. Что там? Так, подожди. А, это я не могу ломать. Смотровая вышка. Где она у нас, во-первых? Где-то... Вот она. Что нужно для нее? Ну-ка. Так у меня вот этого нету. Блин, и семян не хватает, да? Всего 2 семечка тыквенных. 2. Нужно 3. А я могу что-нибудь огород там какой-нибудь заварганить, нет? Блин, глина нужна. Это глина, где глина? Ребят, по ходу дела мне надо бежать. Бежать в те локации. Из-за камня, ты прикинь, камень. У меня просто кончился камушек здесь, все. Все, вот нет камня, будь добр, гуляй, Вася, как говорится. Поэтому я побежал за камушком. За камушком, так, почините эту смотровую вышку еще. Да фиг там я ее починю по ходу дела. Ладно, за камнем побежали. Так, слушай, куда мы можем с тобой пойти? Может быть, сюда? Или шерифа навестить? Шериф, местный шериф, старик с ненастоящей работой и настоящим стволом. То есть, почему-то я не могу к нему идти. Так, дубы на болоте. Спасибо большое. Не хочу никаких дубов на болоте. А здесь... Вот она, ребята, еловая роща. Враги... Так, добыча, воу, лучшая добыча, возможная добыча. Камень есть? Есть, поэтому побежали. Сейчас будем с тобой там. Вход. Пол персонажа. Хочешь сменить пол персонажа, а в Таиланд больше не попасть? Просто зайди в меню настройки, измени пол в соответствующей вкладке. Слушай, у меня с едой это беда, ребята. 43. Ну, пожажди все пучком, да, вот. Ой, я взял хоть с собой что-нибудь перекусить-то. Есть ягоды.
Но они так себе утоляют голод, если честно. Значит, ищем камень. Так, я вижу камень. Блин, этих зомбарей тут пруд-пруди. А вот, кстати, и тыква. Чего ты, блин? Давай его молоточком идем. Мне нужно тут какой-то найти сундук. Ребят, найдите сундук в локации роща. Возьми-ка ты лучше бейсбольную биту. Так, подожди-ка. Тыкву мы с тобой собрали. Камень, мне нужен камень, друзья мои. Или это не камень? Нет, это камень. Так, олень мне пока не нужен. И ягоды, потому что, ну, хиляться надо будет. Так, там зомбарики бегают. Опа. Хорошо, что он меня не... Блин, не увидел. Че, попробуем? Ёк-макарёк. Но он ватный. Ну как ватный, он такой приличный, но я с ним справился, одним словом. Отбивные нужно будет потом наделать. Вот они, вот, ребята, что мне нужно. Нужно очень много камня. Я, в принципе, за камнем-то сюда и пошел, если честно. Загон какой-то. А в этом загоне, я смотрю, зомбари там пасутся, да? Блин, кабаны. Готов, хлопчик. Визжит еще, повизгивает мне там. Жир, мясо, это все нам нужно. Так, зомбик. Зомбик идет. А вон, кстати, и ящик, походу, делал, ребят, который мне нужен. Интересно, если вот так вот я пойду и, например, сзади ему. На! Да, в невидимости мы намного круче, короче, бомбим, ребята. По стелсу, так сказать. Надо, наверное, нам похавать с тобой. А тыква, он, интересно, кушает просто вот. Да? Тыквы кушает, и очень даже неплохо они ему идут. Прям за обе щеки. Так, где этот зомбарь, который ходит? А вон там сумка. А нам нужно с тобой найти сундук. Ну, я думаю, что... Увидел, что ли, меня? Джорджи, вали отсюда. Отвернись. Ага. Какой послушный. Блин, я думал, здесь можно пройти. Видишь, на самом деле ни шиша нельзя. Я его попробую, ребят, гасануть сейчас. Да. Не особо хорошо получилось, ну ладно, ребят. Минус зомбарь. Так, что у нас тут? Какие-то заклепки. Тряпки, заклепки. У зомбика ничего нету. Так, один сундук. Сундук второй вон там находится. Вон он, друзья мои, вон там он. Вдалеке, далеком, ё-моё. На! Иди сюда. Тебе тоже сейчас достанется подарочек от меня, на-ка. Кто-то за доской-то побежал, вот. Открываем, так, холодильник даже. Ну, похож, по крайней мере. И... Вот так вот, отбивная, ребята. Причем уже поджаренная, готовая к употреблению. И костер, главное, тут есть. Так, еловые рощи взяли. Что? Теперь мне можно, наверное, возвращаться, я так понимаю. Недостаточно места. Да, пойдем с тобой вернемся, получим немножко тыквенного пудинга, я так понимаю, да? Ну и за камнями мы бегали. Я надеюсь, достаточно насобирал, чтобы там построить что? Ангар? А это что такое у нас, ребята? Шахта. Сложность офигенная. Да. Сложность офигенная. Бежим. Форест, бежим. Так, я... Микрочипы. Так, можно найти на свалке или в водокачке. И все, что ли? Больше нигде нельзя найти? Они там респятся, что ли? Так, мы сейчас этой барышне отдадим. Три семечка. Забираем.
Забираем. Тыквенный пирог домашний, вкусный, полезный. И немного подгорело, но все равно лучше сырого. Базара нет. Что еще? Теперь, когда мы немного знакомы, я жутко хочу пригласить тебя в гости с ответным визитом. Если у тебя будет время, конечно. А теперь мне пора бежать, а то темнеет уже. Рада, что ты принял меня как гостью и не стал жуть как палить, почем зря. Едва завидев, как многие тут... Едва завидев, как многие тут. Да, понятно. Так, ну что, друзья мои, почини ворота... Ага, ворота ангара. Вот тут мы с тобой должны починить. И что нам, так, древесину я отдаю... Ну вы серьезно, ну каких-то, блин, плешивых 5 камней не хватило. А что это у нас такое, 5 часов 58 минут, что это? А, спецпредложение, нет, спасибо, я откажусь. Нет, приятно, конечно, но я откажусь. Так, друзья мои, наверное, нам пора закончить на этом. А, кстати, псарня. Псарню не могу сделать, не хватает элементов. Вот для чего, наверное, песик-то нам нужен, чтобы псарню его посадить. Но у меня нету нужных элементов, и где их искать, я пока не знаю, ребят. Да, их у меня нету. Может быть, они даже крафтятся из каких-нибудь там железяк. Не знаю. Так, что у нас там? Еще карту мы с тобой там нашли, кусочек, лоскуточек. Для чего-то нам пригодится. Здесь то же самое нужно. В общем, давай мы с тобой вот на этой ноте закончим. Мы обязательно продолжим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.